Кымыс Мурундык – это казахский национальный праздник, который является олицетворением женской силы, плодородия и изобилия. Поэтому первое приготовление кумыса предоставляется самой пожилой и уважаемой женщине в семье. Празднование городского уровня прошло в парке культуры и отдыха «Шахтер». Сегодня в программе презентация различных видов кумыса, выступления наших артистов, народные песни, композиции, исполненные на музыкальных инструментах. И также этот год объявлен годом детей. У нас проходят соревнования по тугыс-кумалак. На празднике у экибастузцев была возможность приобрести домашний творог, курд и масло по привлекательным ценам. Свою продукцию представили жители сельских округов экибастузского региона. Сегодня мы участвуем в Кымыс Мурундык. Приехали из села Аколь. Мы представили различные блюда казахской кухни, готовили все сами. Праздник проходит отлично. Спасибо всем участникам. В Экибастузе традиция празднования Кымыс Мурундык возрождена уже несколько десятков лет назад. Мероприятие продолжилось выступлениями местных артистов.